Секундомеры взяли, поехали, водопровод. Все, хорошо, бью на старт. Если увижу, что кто-то мешает, буду реально давать эти. Тём, сними майку. Дим, Ваня. Все равно сними майку. Его тоже. Его админ. Плюс он не бежит. Тут что, я не в майке? Ваня. Запишите Кубзи последним. Да. И Кулгай, дай ему весь инвентарь. Продок на старт. Сейчас дам. Ну, Рик. Адекватней. Да, не надо спросить, я этим не занимаюсь. Я ему сказал, что если ты это возьмешь полностью на себя, то разрешаю. Если этим потом будут заниматься другие, не разрешаю. Так, Коза на старт. Так, ну все, ТПС вроде больше не скачет. Все хорошо. Я не знаю, что-то как какое-то странное падение на самом деле было. Ну, блин, ну хост мог пролагать, это ж такое дело. Не. Кулгай, проверь внизу ТНТ. Там нет ничего, проверь. Да. Душники? А я не помню, будут они в следующем сезоне. Нет, вроде не будут. Из прикольных... О, Козан, молодец. Из прикольных стран там это... Единственное, что я скажу, будет Реднау. А, Флокси, я тебе так скажу. Мы нашли ее, и душники с Дрю были во втором сезоне... Ой, в первом сезоне ФБЗД. И потом их Олег еще вроде нормально ее построил. Они были на... Душники были на МБЗД. Да, в третьем сезоне. А, Сергей построил ее. Ну, я не знаю, эти два гения... А в первом сезоне вы все строили. Мы просто строили так, наобум. Ну да, вы просто... Душники еще были в пятом сезоне и Кубка Дини. Флокси, уйди из будки. Есть. В будке не стоять. Спасибо. Все равно они неправильные. Нормально. Я не буду от тебя добавлять. Блин. От тебя есть схема нормальная. От тебя есть схема? Флокси на старт. Да, было по крайней мере год назад. Давай, ну. Даже видео есть с этим сетапом. Ну, Реднау, ты говорил, вроде есть. Реднау уже построили. Я это знаю. А новое место построили? Реднау вообще, что? Вы новое место уже построили? Ну, там да, только сегодня. Ёлки остались. Да. Молодцы. Так, мистер Шмяк на старт. Строительство в этот раз к девятому сезону идет полным ходом. Админы все ваниш. Палим новые трассы. Палим новые трассы. Да, Дима, боже, уже их пол МБ знает. Дима, Тима не бежит, он во второй сессии. Я вижу, у него вылетает. Там... Сейчас нет, я изменю. А, он бежит, спамит, он бежит. У него палки не заботали просто. Кстати, странно. Да, Скермен после мистера Шмяка на старт. Да, Доскермен, как всегда. Чё? Нет, не в Дискорде. Есть же такие личности, которые ни разу в истории не заходили в Дискорд. Че какой? Азбектус. Завкуй был. Завкуй был в Дискорде. Он до этого сезон примерно без него пил. Да, плюс почему билд 241 почти идеально? Да, кстати, 241 это хорошо, у меня 240. Как ну, может... Почти, я сказал. 240? У кого? Да, Артемикс на старт. Вы какой-то сумасшедший. Да. У кого 241? Бил? Бил. 251? Парадок вылетел. 251? Надо было оставить на его победу. Да ну блин, ну хватит о фигня какой-то говорить, не мешайте. Кирюха на старт. На продока? Да думаю, сотка где-то. Можно. Запишите его в конец. Ну точнее, поменяйте ему время конечное. Ну, на самое последнее. Нет, тебе уже никто ничего не дал.
Это Ваниш. Тебе Ваниш что-то дал. Я тебя выключу перед стартом. А, Тенгосту на старт. Какой ник сейчас у Промсума? Бойфренд. Тенгосту сейчас не будешь допущен к старту, если будешь выкобеливаться. До стартовой сирены не... До стартовой сирены нельзя выходить. А чё, он открыл калитку? Нет. До стартовой сирены нельзя выходить из стартового этого. Городка. Да. И лично старт. Так, сейчас уже где-то первый подход должен быть. А, уже... Радолов уже. Стрель... Радолов 2. А кто стрельбу записывает? Акулгай. Акулгай. Ну, один... Уже один человек, который мог бороться за медали, уже за них не борется. Я сказал, Ильич на старте, он стартует. Сейчас на старт Тима. Я надеюсь, вы там записываете время, все. Да, давайте, пожалуйста, чтобы я на это не отвлекался, чисто на старте. Не, я тебя запишу. Ильич Ваниша? В смысле? Подожди. Нет? Да, вот ты был в Ваниша. А, sorry. Я выключил тебя. Вот из-за этого Барсика говорил, кто на старт, он не видел тебя. Убило ноль, кстати. А вы с него смеялись перед гонкой. Я не смеялся. Модер мод на старт. Запишите Флокси последнее время. 13:30, запишите Флокси. Модер мод на старт. Нурик, я просил, без матов, администратор, придурок ты. Это не мат. А, он секундомер офнул. Нурик, как ты секундомер офнул? Красава. Я на вторую стрельбу, походу. Тёма продакшн на старт. Молодец. Давай, заходи в стартовый. Этот, как он, будку. Энзоля, уйди, пожалуйста, уйди. Сейчас, секунду, да? Флокси сюда. Блин, это не получается до 13:30. Ой, сколько мне. Ой, ё-моё. Долго мне, конечно. Ну окей, ладненько. Посидим на старте. Чемпионат мира. Настроение хорошее. Должно было быть. Озон 2. Ой. А я потихоньку думаю на вторым составом на эстафету. Так, Энзолио на старт. Энзолио уже тут. Так, что там еще кто-то 2 выстрелил? Энтабан 2. Ладно, Нурик, будь... Кулгай, меняйся с Нуриком. Нурик записывает стрельбу, ты пойдешь на второй этот. Окей. Потому что Нурик без секундомера может. Тима, походу, все-таки потом бежать будет. Андроид на старт. Энзолио решил открыть. Беги! Решил открыть калитку. Вот и открыл калитку. Энзо. Потерял 6 секунд на старте. Не... Зачем? Он сам виноват, калитку перед собой открыл. Я видел, что вроде она открылась. Мадяр последним. Ой, блядь. Блин, с Энтабаном будут уходить. Больше Кулгай. Это уже, я не знаю. Андроид побежал, Барсик на старт. Какой пример администрация подает? Угу. Просил без матов, вы материтесь. Барсик, а закрой, пожалуйста, эту штучку. Или сейчас штрафик будет. Такой красивенький. Мугис вышел из стартового городка. Мугес вышел из стартового городка. Мугес! Сейчас не допущу к старту. А, Мугес, господи, он же не в Дискорде. Ладно. Он все равно сейчас стартует. Мугес на этом. Так, там записывается время всех? Да, записывает. Да, да. Тамара. Да, все записывается, хорошо. Нет. О, его нет в Дискорде, Кулгай. Ё-моё! Он калитку перед собой открыл. Я его припугнул. Где Нуди, я не понимаю. На старт. Шмяк 2 промаха. Пока что с нолём только бил. Блин, когда ни у кого не залетает, у меня... Но на очки есть. Если при двух нолях он в очках, я думаю, будет. Но не факт. Эй, мистер Шмяк, у тебя 2, алё. Какой один подбежал? Ха-ха-ха, и хорош.
красный. И вернулся. А, так, Ильдар Зигандаров на старт. Да. Угу. Кто бы как... Так, Одель. Все. А, админу грубишь, понятно, все с тобой. Два. У всех два. Вот же Артемикс, ничего нового. Олег, у всех два. Трассами. Бойфренд на старт. Я не могу, они все. Олег, попроси у него трассы все. Долго стрелял, у него габариты дичайшие. Не пишите в чат, ты же мне специально, блин, перед гонкой спросил, надо будет писать или нет. В ВК написал за 2 часа, и в итоге все равно пишешь. Петров на старт. Петров на старт, ты где? Петров, а, господи, я тебя из-за кумблока не видел. Нет, я в ГМ3 был. А, тогда я понял. Так, чё, пока никто, да, не может? Ой, чё-то в Ван Хольц, я не знаю, либо нервничает, я не знаю, чё-то стреляет все плохо. Нервы, конечно, нехилые. Так, ну и после Петрова Ромчик на старт. Когда они у кого не залетают, залетает у меня. Его. Сейчас все будет. Его, не надо, пожалуйста, мне надо, чтобы кто-то КП проводил. Я не знаю, как... Опа, Тенгосту 0 закрыл. Сейчас, знаете, дублю бегу сюда и такой. Типа сначала попала, а потом улетела куда-то. Вадика 2. Два плюс. Кто второй стрельбу? Вторую этот, Кулгай. Ну, все, и Кубзи на старт. Ребята, я вас поздравляю, у вас есть еще один человек, который будет проводить ГП. Кто? Я. А, ну, ты, да, ты с двумя уже не попадешь. Сейчас я еще 3+3. А давайте сейчас вся админка накосячит. И все вместе. Бил 2-0. Красавчик. Бил! Продок на старт. Бил, красавец просто. А ну-ка, мне интересно. Это победа. А что по времени у него? Сколько проигрыш топчику? 15 секунд. 15 секунд. Ну старается. Есть шансы. Мадермод 2. Продукт 12.45. Я не знаю, что это означает. А, подожди. 12.45 это... 55. Чё? Так, и последний стартовавший сегодня в Флокси. Это 6.15. 5.15. Ну, 5.15. Ну да. Тёма 1. Кстати, Тёма, чё с подходом? Чё так слабо? Странно. Всё время тренировался, тут бах перед чемпионатом мира решил забить. Красиво. Всё, все люди ушли на старт. Так, теперь немного проведём... Анализ гонки. Так, у нас Билл закрыл 2-0. Дальше Тенгосту 0 закрыл. И еще из... Ой, там все плохо у Энзолио. Минус первый состав. Энзолио... Нет, все нормально у Энзолио. Один промах. Козан... Козан 2. Вот Козан не попадает во второй состав, скорее всего. Попадает в первый. Нет, он никуда не попадает. Там от Румкова сейчас будет зависеть. Даже Миша не попадает. Ага, Эков. Я сет, Коси, Шлинков. Какой Эков? Ты чё? Кулгай во втором. Начинать, скорее всего, будет. Так, Энтабан 2+0. Андроид и Барсик стреляют. Амара отстрелял свой огневой рубеж. Энтабан, да, 0. У Барсика лютейший габарит не заходит. Амара, кстати, 1+0. Амара 14.33. Козан 14.36. А Козан уже успел вокруг пройти? Подожди, Козан раз прошел. Козан 2 прошел, да. 17 секунд, все нормально прошел оба. Так, ну я уже скоро буду, наверное, идти на финиш.
Там Вадик... А кто первее, Радолов или Билл? Радолов. По идее. А, Билл? Ну, Билл прямо со мной бежит с Кубзи. А, нет, первый Радолов всё-таки. Несмотря на то, что у Радолова 2-0, у Билла 2-0, у Радолова 2+1. Мугис на Лёшке 1, нормально, вполне. Кубзи от меня улетает напрямую, мне кажется. Вполне нормально. Проходит свои штрафные круги. И за Мугисом интересно посмотреть, что у него будет с результатом. Давно не бегал данный биатлонист. У Мугиса 15-34. Румков 3. Че, ты еще издеваешься надо мной? Нафига мы стрельбу тренировали? Ну не трёшку, чувак. Да не, ну это просто вообще, типа, я что-что от Румкова я 3 точно не ожидал. Так, Мугис, кстати, если брать... По сравнению с другими биатлонистами, в одни ноги с Линковым. Вот так вот он. Мугис возвращается в форме. Ну да. Мугис в одни ноги с Линковым, плюс один от Сергежа. Хороший ход, очень хороший. Так, мистер Шмяк с нолем. У мистера Шмяка 2+0. Это 16-09. Лёша Румков еще будет наяривать и наяривать круги. Зигандаров 0 на первом огневом рубеже. 16-18 у Эльдара Зигандарова. Ну, топчик уже на 2-0 сделал. Там еще Кэтмен. Там вообще, там твои вообще жестко. Кэтмен 0+1, Кешка 0+1, топчик 0+0. Ну да, Даскермен 1. Даскермен 1. Опа, Брум 0. Брум, получай. Возвращение еще одного. Ну, не легендарного, но хорошего. Что за фигня? Пролагала система почему-то. Кто-то в него... Все нормально, беги. У него, наверное, в него, наверное, кто-то вселился. Даскермен 16.57. Нет, ну, я не знаю. Либо установка. ХЗ, кстати, что это сейчас произошло. А, так мне прикольно. Мне... Ко мне же будут сейчас идти. Так, Петров 2. Кирюху не написала почему-то. Ну ладно, это система лагучая, долбаная. Кирюх напиши сейчас сколько. Кирюха тоже 2. Там кто-то лагающий бежит, Тенгосту лагает, Тенгосту 0+2. Там смотрите, где вот Радолов. Радолов на финиш идет, я записываю. Ромчик, по-моему, 0. Да. 17.45 у Вадима Радолова. Ходом плюс 9 от Нуэлдина. И остался Кубзи. И Кубзи последний, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Кубзи! Что с лидерами-то на этой гонке? Билл, это все специально для меня, понимаете? Ну, какое время у Билла? Билл проигрывает 30 секунд, и Билл на данный момент идет, получается... на 8-й позиции. Не, на 7-й. Я даже говорю, помогу попасть. Ну это как-то, знаете, ну это неожиданно для меня. Еще не все закончили Лёшку, еще Флокси и Продок. У меня 0, если что. Тима же не бежит, да? Чем да, Тима не бежит. Продок 1 на 1. Его, вернись обратно на первую стрельбу. Крейзи Флин, не бегай, пожалуйста, давай тебе... У тебя есть флай же, да, или нет? Нет, держи ГМ-3 и можешь полетать, посмотреть. Только ни в кого не вселяться. Так, смотрим. Модермод 2, Флокси 2, Продокшн 2. Все 2. Все, походу, 2 любят стрелять в Анхольце. Реально, самая заколдованная цифра. Меня подвесло. Ну, пока фаворитом из всех, кто бежит, выглядит Бойфренд и Ильдар Зигандаров. Потому что у Ильдара на первое 0 и у Бойфренда на первое 0. Энзолио стреляет вторую. Энзолио... У него один был. Не попадает он четвертым, точнее, последним выстрелом. Нет, он четвертый выстрел пропустил.
У Энзолио 1 плюс 1 нормальный результат. По сравнению с тем, как стреляют другие, довольно хороший рез. Но первая стрельба записана. А на финише я до сих пор никого не вижу. А вот, наконец-то бегут. Его помогает. А хотя я сам, ладно. Нет, помогай лучше. Амара 20.05, Козан 20.06, Энтабан 20.09. Козан 20.06. И этот чувачок тут нафинишировал. 20.05. Амара. Барчик 0. Его, ты тут? Барсика 2-0, да? Да, так. У Барсика 2-0. Ой. А ну-ка. Смотрим его про... Я все записал. Смотрим. Подожди, у Барсика... А, Барсика 1 плюс 0. Чё ты сразу алло пишешь, Нурик? Как будто, блин, ну я не понимаю тебя. Алло, 1 плюс 0, даун, не умеешь читать. Реально, ты такой... Так, Мугес. А что у Мугеса на стойке? 1, есть шансы. Андроид 0. 1 плюс 1 у Мугеса. Андроид 21.14. Так, я отсортирую пока что первую стрельбу. Радолов, не пересекай туда-сюда, пожалуйста, линию. Не слышишь, мяк на финиш. Мугес 21.31. А вы... Ха-ха-ха-ха! Промежуточный лидер после первого огневого рубежа Эльдар Зигандаров. Он 3 секунды выиграл у второго места у Ромчика Ченнела. Мистер Шмяк. Мистер Шмяк, 21.47, записываю. Но это благодаря нолю. Это чисто благодаря нолю. Эльдар 2. Увы, уже он ее не выиграет. Это шансы для бойфренда с Ромчиком. У них у обоих по нолю. Да. Бойфренд неплохо бежит. Ну, типа, раньше он бегал неплохо. Не знаю, как сейчас. Там. Уже 2. А, ясно. Кэт медленный очень. Ну, бойфренд проигрывал Ильдару 5 секунд. Да, скермен. Бойфренд тоже 2. Да, скермен. Румков решил 0 высрать, когда не надо уже. Обожаю этого человека. Я обожаю этого человека, на самом деле. Нервов нет. Так, на финиш идет Доскермен. 22.40. Доскермен. Ну, типичный Доскермен. О, Олег. Доскер никто сюда не бегает. Так. Олег, это бежать. Кто у нас бежит? Это бойфренд круги наматывает. Ромчик тоже надо бежать. Так, а вот Ромчик интересно. Петров. У Петрова было 2. Боже, Олег. Ой, да, да, Олег, походу, будет помогать проводить. Кирюша. 4 промаха, это много? Что? Зачем? И Ромчик последним 10-м выстрелом! Не попадает Ромчик 10-м выстрелом! Ай-яй-яй, какие шансы были на медаль! Я не знаю. А Кирюша на финиш. Кирюха, с такой-то стрельбой всех фаворитов он мог с двумя нолями спокойно в топ-3 быть. Кирюха, 23-34. Ой, на самом деле жалко. На самом деле жалко. Ромчик, вот. Легендарный биатлонист. Так, Тенгосту на финише. Тенгосту 23-48. Итальянцы стабильно бегут. Нич бежит. И он первый после первого. Подожди, запишите Тенгосту 23-48, я его найти не могу. Ильич 23.57. О, вот. 23.57 Ильич. Так, Петров выходит. Так, что мы имеем на второй стрельбе? Вот так вот залетело у чувака. У меня рука дергает. Так, посмотрим сейчас после второй стрельбы промежуточный лидер Барсик. Второй Ромчик, отрыв 15 секунд. Барсик хорошо ходом идет. Он в одни ноги с Кешкой и Кэтменом. Дерьмо, ты чего, продукшен, в одни ноги. Почти. Ну, Барсик пока что первый идет, но типа, я не знаю. Бил промежуточный после второй стрельбы 10. Кубзи завалил, ё-моё!
3+2 у Кубзи. О, еще один, который ГП может побыть. Не, Кубзи, хотя хрен его знает. У Продока один. Ну все, все достреляли, да? Да, все. Да, двое на финиш. Не, ну это, конечно, красиво. Это очень красиво. Я Тёму. Сейчас даже с одним можно спокойно побороться за призовые места. Дим, потому что лидер будет с одним промахом. Потихоньку МБ возвращается как раньше. Так, Тёма 25-17. Да не ори ты. Тёма 25. Да ёб твою мать, вы можете заткнуться, когда я говорю. И это 25-18. Так, Флокси 0. У Флокси... Что там у Флокси? 2+0, ну не знаю. Enzo. Так, на финише Энзолио. Энзолио 25-37. Так, и сейчас мы всех сортируем по второй стрельбе. И смотрим. Барсик на финише. У Барсика 1+0, кстати. Да, у Барсика есть шансы сейчас на промежуточное первое место. 25-56. 25-56 у Барсика. 37. И смотрим. Ну, пиши его. 16-56. Да, он выиграл, и он Кэтмена очень... Ни хрена. А, он выиграл, у него 15 секунд, да. Барсик первый, притом с огромным преимуществом. Смотрим. У Барсика сейчас имеются огромные шансы на призовое место. Да, у Барсика есть шансы сейчас на промежуточное, так точно. Пока что первый Барсик, второй Кэтмен, третий Сергей. Сергей, напомню, с двумя промахами Сергей. Я с двумя, как Линков, четырьмя пробежал. После второй стрельбы, кстати, ну по факту уже никто. Ну там Мугис 8 плюс 5 от Сергея. Чего? А, у Линкова же это. Промежуточный лучший ход у... Что? У Барсика. Плюс, вот я тоже что-то не понял прикола. Android 26-56. Нет, он раньше не жил. Мугис 27-02. Барсик, не бегай, пожалуйста. Ну, говорит, подход 5-07. Но если 5-07... Ну да, Барсик сильно натренировал Антхольц. Барсик очень. Я сам видел, Барсик много тренировался. Ну, тяжело сдвинуть будет. Я думаю, даже мне нелегко будет. Даже мне будет нелегко его обогнать ходом, я думаю. Кэтмен пока что промежуточно в тройке сильнейших. Это первая такая неожиданность. Ну, лично мне кажется, что его оттуда сдвинут. Человек, у которого 0 медалей личных на МБЗД. Серьезно? Да. Кэтмена вроде, подожди, сейчас я гляну. По-моему, ни одной. Медал скоро.